Старшина, не пускай никого вот здесь. Да кого же ищете? Здравствуйте. В связи с тем, что сейчас вот как бы шаттл не летает, все, что здесь происходит, это как бы вещь, которая ну, легла как бы на Россию. Поэтому мы сейчас считаем, что мы ответственны за состояние МКС в настоящий момент, до момента, пока не начнут летать шаттлы. Поэтому этот запуск очень важен вот, с точки зрения ну, как бы взаимоотношений партнеров. Вот, и я надеюсь, что, как всегда, будет все удачно. 134-му, 135-му, за нормальный это горькая.